Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в ЛДЕ. Друзья, посмотрите, меня все-таки атаковал выживший. Но ёпти-мапти, как всегда, мне неловко, конечно же, это, блин, делать. Я не был готов. Я пришел только что сейчас на базу. Хотел посмотреть, какие задания у меня остались еще у рейдеров. А тут, бах, вас атаковал выживший. Ну да, он у меня забрал... Вот только я так и не могу понять, где он взял 43 бутылки. Что-то я не въехал, где он, правда, это взял. Вообще не въехал, потому что у меня же везде каменная стенка. Если только вот здесь утянул. Только я не помню, здесь были, не были. Как мне он уколебал эти сундуки ломать, это пипец. Правда, заколебал. Вот, видите, вот за этим заданием я бегал в лес. Это еще ля-ля-ля, надо подождать. Ну и это я, конечно же, все время достаю... Или в бункере Альфа, который, не знаю, когда теперь откатится, я уже зачистил, сегодня сбегал. Ну и также вот это, я жду всю эту вещь. Эта вещь еще только через 15 часов откатится. Не-не-не, маленький, я не буду восстанавливать, нифига. Побежали домой, тут у меня нет стенки. Как всегда, конечно, меня зарейдили. Вот товарищи-то какие, нехорошие люди-то все-таки. Надо раскидать это, друзья, конечно же, сейчас будет по сундукам. Потому что здесь я не хочу делать кашечку. О, ля-ля. У меня даже в этом сундуке уже нету места. Ну, это пипец какой-то. Так. А что у меня? Кстати, у меня вообще нету нигде места. Вообще полностью все сундуки опять забиты. Я потихоньку разбираюсь, но сундуки все больше и больше забиваются. Ну, это пипец, короче. Да. Сейчас, друзья, я немножко раскидаю. Блин. Вот это вино, я не собираю этого вина. Я не знаю, как оно здесь появилось. Честное слово, не знаю. Так, ну что, друзья, я полностью готов, я собрался, я взял дробовик, конечно. Ой, я модификации-то не поставил, о, глупое создание. Я только про себя говорил, надо бы не забыть только поставить модификации, тут бах, и опять же их забывай. Что за пипец какой-то. Давайте вот это сейчас поставим дробовичок, а тут что у нас? А, тут глушитель, блин, тут придется вручную, конечно, это все поставить. Так, глушитель у нас встроенный, поскорее бы я сам мог бы делать этот глушитель. Все, теперь я уж точно готов. Побежали. Сейчас возьмем чоппер и поедем. Сейчас будем мстить тому товарищу, который нас зарыдил. Я буду надеяться, что меня нормальный чувак ограбил. Что у нас тут за база-то? А где сейчас база? Джаз? Джаз. Джаз. О, что музыки наслушался? Поехали к нему, друзья. Эта база бомбическая, друзья. Вам должна она понравиться. Я ее прочекал вдоль и поперек полностью. Она бомбическая. Здесь очень много ресурсов, конечно же. Я возьму только то, что мне очень так пригодится. Вот этот чоппер, который стоит здесь, он полностью залит бензином. Не зря, короче, взял 20 бутылок. Ну, правда, я взял всего 20, но тут он полностью целый бензином. Придется переливать к себе и еще раз заливать бутылочки. Ё-моё. Да, здесь пригодится нам всего лишь одна сишечка. Сейчас я, друзья, по-быстренькому это все ввалю обратно. Вот у меня чопак и целый. Эта база бомбически сделана. Полностью сделана. Красиво, конечно же. Ща-ща-ща-ща. Опа, смотрите, ё-моё, целая бутылька. Вот это круто. Так, побежали. Можно, конечно же, войти с любой стороны. Без разницы, с какой вы... Хотите, с той стороны и заходите. Но я зайду только с одной стороны. Видите, тут специально стоят вот эти сундуки. Специально стоят. Видите? Вот видите, да? Вы видите, да? Ха. Можно здесь взорвать. Но я буду входить через входные двери. Не буду я ни здесь нигде заморачиваться. Я просто зайду через входные двери. Там же и выйду. Сейчас. Вот через эти дверцы мы будем заходить. Ставим сишечку. Просто пока бегут к нам зомбики, они будут себе ломать кости и кожу свою. Потому что здесь очень много шипов. Вот, вот эта база, вот эта база, что то, что нам надо. Давайте вот эту дверь мы, наверное, сломаем. И сейчас побежит первая волна. Хопа, с первой волной мы сразу же расправились, да.
Вот здесь, в красном сундуке, я его в первую очередь сейчас буду ломать. Смотрите, что тут есть. Ёпки-мапки, как много железа. Как мне этого железа не хватает дома. Я его сразу же забираю, потому что это железо для меня все. Правда, вообще. Так, насчет вот этого я не знаю, не уверен, что-то не хочу этого брать, конечно же. Вот здесь бомбическая вещь. Вот этот ящик и, по-моему, вот этот следующий ящик тоже бомбическая вещь. Посмотрите, сколько глоков я за один раз вынесу. Сейчас, друзья, надо сбегать домой. Это все... Ой, фу ты, домой. Что я говорю-то? Какой домой-то нахер? Не домой, друзья. Не-не-не. Чопак, сейчас мы выложим это. Так, мне бы не битые. Дайте мне не битые. Вот так вот. Во. О, нормально. Ну, блин, вот жалко, что вот эти битые. Ну, а я... А чё? Тоже хорошо. Где-нибудь там на локациях мы их будем тратить заодно. Так, вот это сюда давайте закинем. Нормально. Чоппер готов. Теперь можно и, наверное, откиснуть. Но... Сейчас я вам покажу еще сундуки. Я смотрел на видосики, да? Вот здесь можно как-то поставить чоппер. Вот здесь, вот так вот. Я не буду тут пыхтеть долго, нафиг. Хопа, со второй волной тоже на изи я справился. Вы посмотрите, что здесь происходит. Ой, сколько же я огнестрелу поднял за вот этот рейд. Все-таки когда-то, но... Попадаются хорошие базы, правда. Очень хорошие базы попадаются. Иногда, но они у нас есть. Что я вам хочу сказать? Вот здесь есть сетик. Спецвойск, вот тут. Здесь полный сундук вот этого, полный сундук. Сет военный. Если кому надо, конечно, взрывайте, бомбите, забирайте хоть все и сразу. Я хочу войти вот в эту стенку. Там есть кое-что для меня нужное. Сейчас, друзья, я достану сишечку. Так, взрываем эту стенку. Так, подождите, за этой стенкой будет еще один сундук. По-моему, мне он нафиг не нужен. Я бы взорвал бы вот эту стенку, но нет, я буду взрывать вот эту. За этой стенкой сразу нужный будет сундук. Да, и бежит волна ко мне. Третья волна закончилась. Да, 7 ключиков, это бомбическая вещь. Конечно, это была третья волна, мне надо откиснуть. Надо откиснуть и прийти сюда, забрать все остальное. Давайте, друзья, сейчас я стопы, мне надо раздеться. Мне надо раздеться, мне надо раздеться. Обшипы сейчас киснем. Так вот, тихонечко, хоп-хоп-хоп-хоп, чита хоп. Пошли помирать, маленький, пошли... Пошли, сладенький, сейчас мы тут сдохнем с тобой. Вернулся обратно на эту же базу, сейчас я наденусь. Вот мой трупачок здесь валяется, давайте наденем все обратно. Так, маленький, надевай по-быстренькому, давай. Чинно, ровно и красиво. У нас все превосходно. Где там еще сумка-то наша? Хоп. А что, все, что было, что ли? А, калашик, дробашок, да, немножко вот этого. Сейчас заодно отнесем... Тихо. Тихо в лесу, только не спят дрозды. Знают дрозды, что получат. Не скажу, что они получат. Самое главное, что он не получит, и все. Ну, пофиг. Вот это вкусняшка. Это просто бомбическая вещь. Вы посмотрите, блин, это просто... Вот этот рейд удался. Да, бывает все-таки когда-нибудь в жизни хорошее преимущество, что мы получим хороший лут. Что у нас здесь еще осталось? 7 ключиков я заберу. Изоленту я заберу. В этот раз я очень много изоленты взял. Хоть свои топорики я обратно вернул. Также вот в этом сундуке надо забрать все, что там сейчас есть. Вы посмотрите, сколько здесь колес. Ё-моё, я все колеса заберу, потому что мне для улучшения чоппера эти колеса... Просто имба будет, правда. Этот я заберу с собой. Я знаю, куда его закинуть. Там в чоппере есть место. И также, конечно же, надо забрать вот этот сундук. В этом сундуке есть вкусняшка, друзья. Смотрите, какая здесь вкусняшка. Вы просто посмотрите. Это 3 фильтра. Это 20 деталей. Блин, это просто бомба. Да, здесь есть еще для разбирашек, если кому надо, вон, забирать.
Золотые слитки, золотые слитки, золотые. Я бы вас-то тоже взял. Друзья, сейчас я отнесу бензинчик, конечно, в чоппер. Бензинчик я отнес в чопак. Что у нас тут еще интересно? Ну, ничего такого интересного нету. Есть сигареты. Ха-ха, сигареты, да. Для наших дней сейчас только нужны будут сигаретки. Но у нас еще одно место осталось. Здесь есть еще один сундук, но, блин, я не хочу его бомбить, так как у меня осталось совсем сгулькин нос. Вот этот сундук можно было бы сломать, хотя я его и сломаю. Посмотрите, какая вкусняшка здесь есть. Вось! Вау! Да ладно, еще одно колесо. Блин, седьмое колесо. Куда мне его положить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я так подумал, короче, я выкину эти алюминиевые пластины, потому что у меня очень много их дома, и мне некуда их уже девать. Мне вот интересно, друзья, кто-нибудь из вас знает, если положить вот этот вездеход, вот этот, который можно поставить, да, если его положить, разобрать, его можно будет разобрать или нифига нельзя? Кто знает, напишите в комменты, а? Вот мне интересно, можно его разобрать? Если можно, то я его буду таскать домой. И какие запчасти с него могут выпасть? А может и не будут выпадать. Хм? Мне просто интересно вот. Так, все. Как бы рейд удался. Здесь больше делать нечего. Можно вот это сломать, но я не буду нафиг. Из-за этого сетика я не хочу киснуть. А вот эти сундуки, что они дают вот здесь? Вот эти сундуки, ну-ка. Блин, не хочу. Не буду, все, я домой. Вот такие антирейды мне вообще нравятся. Раз ходил, одну сишечку взорвал. И вот столько лута вынес. Да, там еще много огнестрела, где осталось. Сейчас я, друзья, это все вам покажу, конечно же. Вы посмотрите. 7 колес. 7 каких-то колес, извиняюсь, друзья. Горло немножко пересохло. Бензину вообще бомба. Даже вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй. А подождите, надо было... Я на одну вещь какую-нибудь вынес бы еще плюс. Ну ладно, ничего страшного. Эти топорики оставим на следующий рейд, конечно же. В скором времени у нас будет еще один рейд. Да, сейчас база у меня увеличивается. Сейчас я еще вспомню, куда я положил те огнестрелы. А, вот они, вы посмотрите. 5 глоков, нормально. Блин, это просто бомбическая база была. Все-таки я буду надеяться, что у меня еще выпадет база. Один день и 20 часов до, что угроза нападения у меня спадет. Друзья, давайте на этом я буду заканчивать этот ролик. Кому понравился, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. И чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмякивайте колокольчик. И на сегодня всем пока-пока.